Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. І сьогодні у нас в студії гості. Добре знайомий вам Іван Носик, художній керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, Палацу культури та мистецтв, міського Палацу культури та мистецтв. Надія Дзюбинська, солістка оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, сопрано. І Андрій Рильський, соліст оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, барітон. Друзі мої, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Іван, і вас очень рада видеть. Ви у нас, спасибо. Слава Богу, частий гость в студії. Всегда это праздник и всегда это очень интересный разговор. Мы с вами встретились накануне события, которое будет проходить у нас в Николаеве. Друзья мои, не случайно пришли наши гости сегодня в студию, потому что именно 27 ноября 18 часов будет проходить в Николаеве концерт «Вечер памяти» заслуженного работника культуры Украины Нины Западинской, которая более 50 лет бессмертно руководила оперно-вокальной студией в городе Николаеве. Представляете, более 50 лет. Иван, более 3 месяцев, как Нины Григорьевны, не стало, и вы... С одной стороны, конечно, осиротели, но с другой стороны, жизнь, тем не менее, продолжается. И я думаю, что Нина Григорьевна не обрадовалась бы, если бы и с ее уходом и прекратилось бы дело всей ее жизни. И поэтому оперно-вокальная студия живет. И за эти 3,5 месяца вы уже успели провести 3 концерта. Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, николаевцы, добрый день, поклонник оперно-вокальной студии. Аниточка, я хочу вас немножко поправить. Нина Григорьевна умерла уже как полгода. Просто наша студия уже в новом количестве... Да, я имею в виду, что вы именно как самостоятельный организм начали более 3 месяца. Да, как бы в новом, так мы будем говорить, амплуа, мы больше 3,5 месяцев. Работаем. За это время мы успели дать уже довольно очень много концертов и принимаем участие очень активно во всех концертных массовых мероприятиях города Николаева и области. Мы за это время, вот с августа месяца мы официально существуем при городском дворце культуры и искусств. Вот, и за это время мы уже дали 3 концерта. Первый концерт открытия сезона был в сентябре месяце, потом следующий месяц. Это сольный концерт великолепного тенора нашего солиста оперной студии Геннадия Шульгина, который прошел тоже очень большим успехом. И третий концерт, вот присутствует здесь солист студии Андрей Рыльский, который тоже принимал участие в этом концерте. Это мой ученик, с которым я занимаюсь уже, ну, больше чем полгода, с февраля месяца. Вот, и вот Андрюша принимал участие в концерте. Я вам хочу рассказать, концерт этот я планировал, честно говоря, чтобы он сугубо был вот... Одни ребята пели, без меня. Вот. Но когда подошло время уже ближе к концерту, мне ребята сказали: «Иван Владимирович, мы боимся сами петь, будем петь только с вами». Поэтому так вот скромно появился в этом концерте. Поэтому программа была построена, конечно, больше вот... как бы на мне, но ребята принимали тоже очень много пели в этом концерте. Великолепный это был концерт, 2 ноября он состоялся, полный зал нашего выставочного зала. Это помещение, где мы сейчас находимся, где мы сейчас базируемся, проводим репетиции. Вот, ну вот такую вот мы ведем активную жизнь. И я хочу сказать, что вот 27 ноября будет 4-й наш концерт, очень серьезный, очень ответственный. Это концерт «Реквием. Вечер памяти» нашей любимой Ниночки Григорьевны, которая вот 17 вот ноября, ровно полгода была, как она ушла от нас, ушла в мир иной, будем так говорить. Это концерт очень ответственный, очень сложный. В концерте будут принимать участие ведущие творческие коллективы города Николаева, вся оперно-вокальная студия, а это именно 30 солистов великолепными голосами.
И мне приятно сказать, хочу вот я вот немножко похвастаться, что студия наша все время пополняется. Постоянно приходят к нам новые люди, новые артисты, певцы, которые хотят петь в студии. Мне это очень приятно об этом сказать. Да, это действительно очень здорово, когда люди стремятся к настоящему искусству, и когда молодые люди хотят петь классическую музыку, да, народную музыку, оперную музыку. Это очень здорово. Андрей, а будьте добры, вы дебютировали в концерте? Да, конечно. Ну, скажем так, сначала добрый день, дорогие телезрители. Хочу сказать сначала то, что дебют вообще мой состоялся, честно сказать, довольно-таки рано, быстро, неожиданно. Это на открытии сезона студии. В нашем первом концерте, да, был дебют, был шикарный концерт, было много зрителей, да, дебют состоялся тогда, ну, скажем так, сольный концерт именно состоялся на этом вечере, когда мы пели вместе со своим учителем, тоже было просто великолепно, полный зал. 2 ноября, да. Да, 2 ноября мы пели. Ну, я надеюсь, так все дальше пойдет. Мы будем дальше развиваться, учеников будет все больше, и все будет только расти вверх. Да, главное, чтобы в сердцах горела любовь к настоящему большому искусству. И надежда, она уже достаточно опытная солистка студии, да, Надя? Ну да, я пришла в студию, я вот сейчас подсчитала 28 лет тому назад. Ух ты, 28 лет назад. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я хочу сказать, что я очень благодарна тому, что я в своей жизни встретила такого человека, как Нина Григорьевна Западинская. Она очень талантливый педагог и очень прекрасный человек. И она нам всем очень много дала, как в музыке, так и в жизни. Мы ее называли «наша вторая мама». И моя судьба так сложилась, что я начала в Николаевской оперно-вокальной студии. Потом мне пришлось поездить по миру, я пожила и в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, и сейчас живу в Женеве, это связано с работой моего мужа, который международный служащий, сотрудник Организации Объединенных Наций. И все это время я не расставалась с музыкой, с оперным искусством. Тот огонь, который зажгла во мне Нина Григорьевна Западинская, моя родная оперная студия, он со мной присутствует всю жизнь. И я всегда, когда выступаю за границей, я всегда говорю о том, что я начала в Николаевской оперно-вокальной студии. Я очень этим горжусь, в этом замечательном коллективе. Нас знают везде, по всему миру, Надя, вы несете этот огонь большого искусства, который родился именно в Николаеве, и который вы получили, да, этот опыт, да, у Нины Григорьевны. Видите, как здорово. Друзья мои, а давайте сейчас посмотрим фотографии, которые очень здорово, ярко и красочно иллюстрируют жизнь оперно-вокальной студии имени Нины Григорьевны Западинской. Давайте посмотрим. Я могу комментировать, да? Не знаю. Я могу комментировать, значит. Да. Ну, на этих фотографиях, вы видите нашу жизнь разнообразно, очень интересно. Это наша новая оперно-вокальная студия. Это вот, какие? Да, это концерт, концерт 2 ноября. Это Ниночка наша, это последние ее концерты в областном дворце культуры. Это бас, великолепный бас у нас, Дмитрий Щербак есть, который поет в студии. Это мой последний концерт и последний концерт Нины Григорьевны в областном дворце культуры. Это Андрей Рыльский, да, да, поет арию Андрея из оперы «Толка Полтавка». Это опять Ниночка, наша любимая Нина Григорьевна. Это концерт опять 2 ноября. Это
Юрий Прусский, великолепный баритон, солист студии. Это после концерта, вот мы со своим директором Екатериной. Это наша ведущая, Олечка Цыганкова, которая ведет наши концерты. Великолепный. Это Нина Григорьевна, вот с моей дочей, с Лизой. Это я в Женеве на концерт приезжал к Надюше, вот за моей спиной он, да. Это я был солистом Национальной оперы Украины, приезжал на концерты. А вот это Надя, Free Ukraine, да, это мы пели ассоциации, украинской ассоциации. Да, но это вот афиша, афиша концерта, на который приглашаю всех николаевцев. Да. Как видим, телезрители, действительно, жизнь студии, она очень яркая, она замечательная, но одновременно с этим она какая-то по-домашнему уютная. То есть практически студия остается домом. Это очень важно, когда ты находишься вне дома, но как бы дома. А мы ничего не меняли, Анетта, вы знаете, Анетта, Нина Григорьевна студию создала действительно как семью. Потому что люди приходят туда не только попеть, и каждый приходит с какими-то своими проблемами, с хорошими, с плохими какими-то, понимаете. И мы сидим, общаемся, как видели на фотографиях, мы очень любим пить чай, кушать печенье, конфеты после трудных каких-то репетиций. Вот это как-то соединяет, сближает коллектив, и люди с огромным удовольствием идут заниматься в студии, потому что действительно у нас студия как дом. Нина Григорьевна создала не просто профессиональный коллектив высокого уровня профессионального, а большую семью. Я помню, когда случилось это горе, вот в мае месяце, когда Нина Григорьевна умерла, то буквально через полчаса, ну, естественно, звонки сразу пошли. Через полчаса у меня в квартире было полно студийцев. То есть прибежали все ребята, чтобы нас с моей супругой, с Машей поддержать и разделить с нами это страшное горе. Вот, и я потом сказал, говорю, действительно, Ниночка Григорьевна, спасибо тебе, потому что создала не просто коллектив, а просто настоящую большую дружную семью. Да, это очень здорово. И очень здорово, когда в эту семью вливаются другие люди, которые тоже чувствуют тепло и любовь семьи. Андрей, вы новый человек в студии, но вы успели еще пообщаться с Ниной Григорьевной. И, конечно же, вы обрели не только профессиональную студию, но еще и, как говорит Иван, и вот как мы сейчас видели на фотографиях, действительно семью. Расскажите, пожалуйста, вы появились, как Нина Григорьевна к вам отнеслась? Так оценивающе глянула, да? Ну-ну, да. Голубчик. Да, действительно так и было. Когда я пришел впервые в студию, честно вам скажу, я очень сильно нервничал, переживал. Ведь все-таки опера – это самое, что ни на есть великое в музыкальном искусстве. Перед этим я очень много лет пел эстраду, выступал много где, если честно, но все равно самый высший уровень – это все-таки опера. И вот я пришел в студию, сидела Нина Григорьевна, как раз пришел Иван Владимирович. Она мне сказала: «Андрюша, разлаживайте ваши ноты, спойте для нас». Ну, спел, слава Богу, все получилось, меня приняли в студию. И вот картина была одна такая, мне очень понравилась. Когда я прихожу каждый раз на репетицию, сидит Нина Григорьевна в своем кресле, и возле нее постоянно кто-то, один-два человека со студийцев сидят. И они рассказывают свои новости, свои проблемы, свои там заботы, все такое. Она всех слушает, всем дает какой-то совет, настановы, указания. И при том, вот, что меня сильно удивило и понравилось, она всегда слушала, когда кто-то поет. Она чутко постоянно руководила, подсказывала, поправляла все. Ну, ее советы настолько были сильные, настолько грамотные, профессиональные. Честно, мне очень это понравилось. Постоянно вот теплое общение между студийцами. Меня, честно говоря, тоже сразу же очень хорошо приняли. Ну, в общем, действительно, это большая, большая, теплая, дружная семья. Приходить в студию просто, ну, одна радость. Иван, а вы представляете, какая у вас ответственность? Заменить Нину Григорьевну нельзя, это даже не обсуждается. Но тем не менее, для того, чтобы коллектив действительно был коллективом, а не людьми, которые работают или делают одно дело, а именно семьей,
то очень большая работа и ответственность лежит на руководителе, то есть на вас, Иван Носик. Да, я понимаю. Я ребятам, когда мы начали работать, первое собрание у нас было, я сказал, дорогие мои, любимые солисты, я не называю их студийцами, солисты, артисты, Нина Григорьевна за свою жизнь подняла оперную студию на очень-очень высокую планку, будем так. Опускать которую просто да, невозможно. Мы не имеем права. Мы выше можем прыгнуть, выше? Но ниже никак. Ну, конечно. Поэтому я, конечно, работаю и дополнительно с ребятами. И ребята ко мне приходят домой, мы работаем технически, много уроков. Работаем над каждой нотой, над каждой фразой, над дыханием, над звукоизвлечением, над характером, над образом. Сейчас я даже работаю уже над пластикой, потому что очень многие имеют великолепные голоса, но на сцене зажатые, понимаете. Нина Григорьевна на это обращала очень большое тоже внимание, потому что она мне говорила: «Ваня, можно изливать красивые божественные звуки, но смотреть на человека просто будет неинтересно». Поэтому буквально одно-два произведения, и все, интерес пропадает на концерте. Вот поэтому я хочу, чтобы это все было в комплексе, чтобы они стояли не просто на сцене и пели красиво, чтобы на них было красиво и посмотреть. То есть картинка обязательно должна быть. Работаю над актерским мастерством. То, что мне дала, очень много дала мне моя Киевская консерватория, когда я учился, она уже называлась Национальная музыкальная академия имени Чайковского. Вот, это оперные, камерные классы, сценические движения и так далее. Вот это то, что я получил, эти знания в консерватории, я сейчас передаю своим ученикам, передаю своим ребятам. Люди, которые пели в оперно-вокальной студии и, у Нины Григорьевны, они, многие из них разлетелись по всему свету. Живут, наши соотечественники, друзья мои, живут во всех концах света и светят всем. И Надежда, когда вы уехали, вот вы пели, работали с Ниной Григорьевной, потом уехали, потому что нужно было уезжать. Муж это было получил. Связано с работой. Да, это было связано с работой. Вы приехали, но вы не оставили эту любовь к опере, любовь к искусству, она все, ну куда ее денешь, правда? Конечно, конечно. Расскажите, ваши там концертные площадки, как вы их находили, где вы их находили? Все равно ж вы пели, хоть вы и мама, и жена, но тем не менее вы еще и актриса, вы солистка. Да, я уже говорила вот Ивану Носику, мы делились впечатлениями, что для меня музыка – это просто вот как наркотик, это то, от чего я не могу отказаться, чем, где бы я ни была, где бы я ни жила, чем бы я ни занималась. Варю кашу, сама пою, репетирую оперу, да, Надежда? Бывает и такое, бывает и такое. Сначала, приехав в Америку, я решила попробовать учиться этому действительно профессионально. И поступила в высшую музыкальную школу имени Аарона Копланда в Нью-Йорке. Для меня было это большой удачей. И я ее закончила и пела, ну и участвовала в постановках и самой этой школы, естественно, и давала частные концерты. Один раз пришлось спеть в Карнеги-холле, что для меня очень большое вот так, счастье, знаешь, воспоминание на хорошо всю тебе жизнь. Пришлось. Любовь мечтать. Вот, и потом... О, Надя, скромный человек. Потом, я бы хотел тоже, чтобы мне пришлось. Иван, так. У вас все впереди. Переехав в да, я еще там пела в хоре Организации Объединенных Наций, как солистка, меня туда приглашали петь. И потом, когда судьба меня забросила в Женеву, я поняла, что я все равно не остановлюсь, я все равно буду продолжать петь, потому что это в меня вложено. И когда я пришла в Организацию Объединенных Наций, где работал мой муж, я обнаружила, что там нет такого хорового коллектива, как был в Америке. И я решила, что нужно восполнить эту нишу. Конечно. И я вместе со своими единомышленниками его там создала. Вот он уже. И я рассказала об этом Нине Григорьевне, она была очень рада, и она меня благословила на эту работу, что для меня очень, очень ценно и очень мне помогло.
И сейчас этот коллектив живет, поет, мы много концертов даем, и я работаю с начинающими хористами, ставлю им голоса, занимаюсь с ними дополнительно. То есть я все равно продолжаю вот заниматься музыкой, деятельностью. Вы продолжаете ткать ту нить, которая да, у вас то, была заложена. То, что вот началось у меня из оперно-вокальной студии. Видите, как клубочек, не прерывается. Плюс я и сама, вот, как вы видели, выступаю как солистка. Вот с Иваном мы тоже делали украинский концерт. И еще там было у нас два концерта классической музыки в Женеве. Но вы поете не только классику. Мы видели на фотографиях, что вы с Надеждой в украинских костюмах. Вот, я вот хотел дополнить, если можно, хочу дополнить. Пожалуйста. В июне месяце я приезжал к Надюше петь концерты. Мы пели концерты органной музыки, и я хочу сказать, Надя великолепно, в совершенстве владеет английским языком. И она перед концертом вышла и сказала: «Дамы и господа, мы солисты оперно-вокальной студии, то есть я и Иван». Вот, это есть такая оперно-вокальная студия, ну, тогда это в июне месяце уже Нины не было, поэтому Надя сказала, студия имени Нины Западинской. Вот, есть такая студия, которая находится в Украине, в прекрасном городе Николаеве. Мне это настолько было приятно это слышать, вот, потому что, ну, я хочу сказать, вот, когда случилось это страшное горе, конечно, меня поддержали, все студийцы поддержали. Но сейчас вот так получилось, что некоторые, будем говорить, наши местные звезды, просто отошли от студии. Но я их не осуждаю, это их личный выбор. Ну, Иван, это жизнь. Жизнь сводит, разводит и так далее. Наденька, я кажу по-украински, николи не цуралась, никогда. Она все время говорила, я солистка оперной студии, где бы она ни жила, в какой бы она стране ни жила, это Америка, Швейцария, она все время говорит, я солистка оперной студии. Это очень приятно. Очень приятно слышать, и это говорит о многом. Конечно, это говорит о многом. Надежда, вы когда приезжаете, вы всегда обязательно навещаете студию и поете вместе с коллективом, со своим родным, правда? Для меня это огромная удача, если я приезжаю и имею возможность участвовать в концерте студии. Не всегда так получалось. Получалось, когда дети были маленькие, что я приезжала, когда студия уже не давала концертов, была на каникулах. Вот. Сейчас дети выросли, у меня есть возможность уже планировать мои поездки так, чтобы поучаствовать в концертах студии. Да, видите, как вот корни. Для меня это огромное счастье, и в то же время самый большой экзамен. Вот я говорю, что я нигде так не волнуюсь, как выступая вот в родном городе, в родных стенах. Что вы? Да. Да. А почему? Наверное, потому что это для меня большая ответственность. То есть вот, выступать там, где я начинала, там, где вот мои истоки. Представляете? Андрей, есть ли такие корифеи, как Надежда и Иван волнуются? А вы? Я как вы справляетесь вдвойне? Волнуется бедный. Честно, ну, как бы я уже говорил, что я много лет выступаю, и каждый раз перед концертом я очень сильно нервничаю, переживаю, потому что, ну, это все-таки сцена, нужно выйти, отдать публике все, что у тебя есть. И при этом публика не должна видеть вашего волнения, конечно, правда? Конечно, ни в коем случае не должна. Это должно все выглядеть так, как будто в кино, как все-таки надо. И на эстрадной сцене я волновался, сильно волновался, но когда я пришел в оперно-вокальную студию, это нечто. Но бывают такие случаи, что я не могу два дня спать перед концертом. Я просто очень сильно волнуюсь, хотя знаю, что мы с Иваном Владимировичем все в идеале точили, все нотки, все фразы, все жесты, всю мимику, все поставлено. И все равно я волнуюсь, потому что придет публика, высокая публика, и будет слушать, они хотят услышать то, зачем они пришли. Мастерство, да. Они хотят мастерство. Ну что-то интересно. Я знаю, что все студии, конечно, все нормальные люди, артисты, они волнуются, творческие люди, перед концертом, перед выступлением. Но что отличает мастеров от других? Когда мастер выходит на сцену, и когда он начинает работать, петь, то все отходит, правда? Да. Да, музыка при этом выходит на первый план, и все волнения, все страхи, просто вот закрываешь им дверь, чтобы они не присутствовали вот так вот при исполнении. Просто надо научиться преодолевать. Это очень сложно. Это приходит с годами, как Ниночка Григорьевна говорила, Царство Небесное, она говорила, Ваня, опыт приходит с
годами. То есть количество будет переходить в качество. Чем больше ты выходишь на сцену, больше получаешь этого мастерства, и потом уже можешь собой уже, как говорится, совладеть. И можешь потом себя отдавать публике и большому искусству. Друзья мои, время нашего эфира подошло к концу. Я вам благодарна, что вы пришли к нам в студию, что вы поделились с нами своими впечатлениями. Друзья мои, спасибо я вам. Напоминаю, что 27 ноября в 18 часов в Николаеве состоится концерт «Вечер памяти» заслуженного работника культуры Украины Нины Григорьевны Западинской, которая больше 50 лет бессменно руководила оперно-вокальной студией. И сегодня у нас в студии были художественный руководитель оперно-вокальной студии имени Нины Западинской Иван Носик, солистка оперно-вокальной студии Надежда Дзюбинская и солист оперно-вокальной студии имени Нины Григорьевны Западинской Андрей Рыльский. Друзья мои, спасибо вам. Друзі, і вам спасибі. І хай музика завжди лунає у ваших серцях. Це була розмова на тему. На все добре.